Появление людей в форме, где бы это ни было, всегда вызывает удивление. Не стало исключением и эта история. Конечная остановка троллейбусов на Свободе. 5 минут и значки, ленты, буклеты наготове. Группа сотрудников ГИБДД и курсантов крымского филиала Краснодарского университета МВД России идут к людям, чтобы призвать крымчан засветиться. Необычная акция «Засветись». Сотрудники ГИБДД вышли не на крымские дороги, а едут в троллейбусе. Пассажиры в изумлении рассматривают правоохранителей. Те в ответ любезно вручают каждому по значку, ленточке и буклету. Вам, как маленькому участнику дорожного движения, пешеходу, такая памятка, такая ленточка, одевается на верхнюю одежду, на плечо, она даст водителю возможность видеть вас издалека. Жительница Зуи тут же прикрепляет значок дочери на кофту. Она тоже за безопасность на дорогах и точно знает, когда нужно переходить дорогу. На зеленый. Когда едут машины по дороге, идти нельзя. Светоотражающие ленты до сих пор в их семье не было. Женщина рада такому подарку. Отныне за жизнь ребенка спокойно. Ведь это безопасность, жизнь наших детей, взрослых и вообще всех. Поэтому и пешеходов, также и водителей. Поэтому очень важно, конечно, соблюдать. Пассажиры все как один говорят, правила дорожного движения стараются соблюдать. Насколько это важно, прекрасно знает водитель скорой помощи Семен Петров. За рулем уже 40 лет. Сегодня он в качестве пассажира. Это всех касается, не только водителей, но и всех пешеходов. Угрозы несут как пешеходы для водителя, так и водитель старается уклоняться и... В основном водитель отвечает, а пешеход практически остается ни при чем. Пенсионеры удивлены, что такая акция проходит именно в троллейбусе и одновременно рады. Время в пути провели с пользой. Довольно много здесь пассажиров, то, естественно, это правильно. Вы охват делаете большой таких людей. Тем более, что в троллейбусе основная масса – это пенсионеры, дети маленькие, то это как раз то, что и нужно. Сегодня все пассажиры этого троллейбуса стали на шаг ближе к безопасности. Днем они будут везде видны вот с таким значком, а ночью засветятся с лентой. Будем носить ее всегда с собой. На ногах, на руках где-нибудь прилепим. Как бы водитель будет нас видеть со стороны, сдалека, что идет человек. Хотя некоторые водители есть, которые вообще не замечают этого. Им все равно. Сотрудники ГИБДД вместе с курсантами раздали 200 лент, столько же брошюр, а еще 150 значков. А нам очень приятно, что люди откликнулись на наш призыв, на нашу акцию и пообещали нам соблюдать правила дорожного движения. А мы надеемся также, что значки и светоотражающие ленты помогут пешеходам соблюдать правила дорожного движения, а водителям вовремя реагировать на приближающегося пешехода. Акция «Засветись» продлится 2 дня, так что крымчанам нужно готовиться ко встрече с сотрудниками ГИБДД в самых неожиданных местах. Екатерина Зуева, Виталий Голубев, служба новостей ИТВ.